Конституционное право человека на информацию. Закон о доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, и о гарантиях и свободе доступа к информации хотят объединить. Эксперты предложили разработать механизм ответственности за нарушение законов, а также предусмотреть механизм защиты информации персонального характера. Предметы, цели данных двух законов, они идентичны. Они истекают из Конституции о том, что каждый имеет право на свободу к доступу к информации. Но один закон о доступе к информации, он распространяется только на государственные органы, а второй закон, как бы, он распространяется на все субъекты, да, которые обладают какой-либо информацией. Предполагается, что любой человек, которому необходима какая-либо информация, он может ее получить у государственных органов или у субъектов, которые обладают этой информацией, только если эта информация не носит закрытый характер. Я думаю, эти ссылки будут неправильными, то что... В итоге специалисты решили, что нужно сформировать единый общий документ. Все озвученные экспертами рекомендации будут учтены в ходе проведения работ по инвентаризации законов. Если срок второго этапа был до 31 декабря этого года, то он продлевается до 1 апреля 2022 года. То есть у госорганов, у экспертов есть хорошая возможность еще лучше доработать проекты законов для того, чтобы они качественными могли быть переданы в Джоркиниш. Прописаны и пункты об ограничении доступа к информации. Указано, что запрещается предоставлять те или иные сведения, если они могут нанести вред или повлечь ущерб. Вред от обнародованной такой информации преобладает над общественным интересом, отметили представители Минюста. Амана Исраилова, Бекчан Токтосунов, Авато 24.